задержать. Да, не надо, сверните. Я сворачиваю. Территория школы на ее стадионе, на площадке, строится 14-этажный офис. Ну, понятно, что это будет не офис, а два этажа будет офис, остальное будет там застройка. Это, во-первых, некомфортно для окружающих домов, там пятиэтажки, затенит все, это раз. А второе, это просто занимает буквально детскую территорию. Там, где раньше были зеленые насаждения, там, где раньше была спортивная, баскетбольная и волейбольная площадка. Вот такая штука. Они брошены на произвол судьбы. Они еще не понимают этого дела, что рядом с их школой вот такой пенек на 14 этажей вырастет. Мы собрали, значит, с трех домов 205 подписей. Мы обращались, направили письмо президенту. Мы были в приемной президента здесь дважды. Мы направляли в земельный комитет, в администрацию, в отдел образования. Ответы были. Первый ответ был, по-моему, от архитектуры, что там не будет стройки. Это все, ну не знаю, я, например, в своей колокольне сужу, это настоящий произвол, сговор, элементарный сговор. Ну здесь как школьная площадка, по-моему, рядышком со школой они строят. Конечно, она не нужна, зачем, а? Ну детям бегать негде, а?